С наступлением лета на городских улицах закипела работа по ремонту дорог и тротуаров. На улице Школьной между Ленина и Юных Коммунаров завершена прокладка новой системы ливнеотведения, которая позволит избежать подтоплений данной территории. На месте прежней остановки в будущем оборудуют новую остановочную площадку, обустроенную для маломобильных групп населения в рамках краевой государственной программы «Доступная среда». Работы по замене ливнестоков также проведены на улицах Казачьей, Проточной, Пионерской, Отдельской, переулке Мирном. Продолжаются работы по грядированию дорог. Сегодня восстанавливаем участок дороги улицы Промышленной от улицы Пограничной до Донской. Присутствует грейдер, фреза, проливочная машина, КДНК и МАЗ. Но сейчас в данной ситуации проводится планирование дороги, делать выравнивание. Ямы большие подсыпаны, фреза уже подровняла. Восстанавливаем полотно дороги. Подсыпана фракция, сначала забита была крупным щебнем, большие ямы. Теперь забито мелким щебнем, чтобы возможность была проезда автомобилем. Ремонтные работы выполняются как с участием жителей, так и за счет городской администрации. Благодаря приобретению инертных материалов горожанами были прогредированы улицы Проточная, Кутепова, Больничная. За счет администрации города общественно-социальный центр выполняет работы на улицах Октябрьская, Казачья, Краснодарская, Колхозная. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».